Швеция 2003, Сербия 2005, Испания 2007, Польша 2009, Литва 2011. И вот настало время Словении 2013. Фоксы отправляются на свой 6-й Евробаскет. Вашему вниманию очередной выпуск Red Foxes TV о приключениях лисичек на чемпионате Европы по баскетболу. Поехали! Анечки, скажите, пожалуйста, какое это по счету для вас Евробаскет? Второй. Для меня это второй. Отлично. Первый был в Литве, да? Ваши ожидания от турнира? О, ожидания очень-очень большие. Получить море-море удовольствия от каждого танца, от каждой секундочки танца. Страна очень понравилась, организация вроде тоже. Будем ожидать только всего самого-самого лучшего и покорять его, этот Евробаскет, с собой. Меня впечатлил этот город, поездка в самолете, в полет. Ну, надеюсь, продолжение будет таким же приятным. Фанаты, это самая яркая часть всех Евробаскетов. Греки, сербы, испанцы, словенцы. Все они поют песни, под которые танцуют Red Foxes. Пойдемте спросим у них, как им Евробаскет. Я думаю, что это лучший Евробаскет. Тем более он проходит у меня дома. Я более чем доволен. Кстати, я видел сегодня ваше выступление на игре Хорватии и Италии. Вы шикарны! Все настолько идеально и синхронно. Я буду ходить на игры лишь только для того, чтобы еще раз это увидеть. Особенно впечатляет то, как легко вы садитесь на шпагат. Я болельщик с многолетним стажем, стараюсь не пропускать игры. Мой прадед когда-то играл за нашу сборную. За последние годы я не пропустил ни одного Евробаскета и Мундиаля. Везде было хорошо, но этот точно лучший. Жизнь для Фоксов – это танец. Мы танцуем всегда и всюду. На играх, тренировках, презентациях и концертах. Сегодня мы никак не могли отказать себе в искушении станцевать на улицах Любляны.
а ваши танцы завораживают. Это было восхитительно. Больше всего впечатлила поддержка. Уверен, чтоб так танцевать, надо много и упорно тренироваться. Вы настоящие профессионалы. У вас нет ни одного танца, который бы не понравился. Я видел вас на играх. За время, проведенное в Любляне, Фоксы успели подружиться не только с болельщиками, игроками и местными жителями, но а также с самым милым существом Евробаскета 2013 – его талисманом. Знакомьтесь, Липка! Таким был второй групповой этап Евробаскета 2013 для Фоксов. Но чемпионат продолжается, значит, ждите новые передачи из Люблян. До скорой встречи. Пока!